в разъяснительной работе с гражданами, должны показывать в том числе, что изменилось за счет исключения дополнительных вот этих дополнительной нагрузки на окружающую среду за счет несанкционированной утилизации на незаконных объектах. Дальше, объектами это их нельзя назвать, просто в лесах и на свободных территориях в стране. Уж как мы можем сейчас за полгода оценить результаты от реформы? Вот я считаю, что никто эту цифру не называет. По Нижегородской области, например, объем захораниваемых на легальных полигонах отходов вырос за первый квартал по отношению к 2017 году на 30%. Что это такое? Это выход из тени. Вот эти 30% они ехали не на полигоны, а ехали в лес. И вот надо людям это понимать. Если нам не жалко лес, не жалко нашу природу, ну тогда можно было согласиться с тем, чтобы все было так, как было ранее.